створеним образом українця-бендерівця, українця-ксенофоба, українця-антисеміта. Половина громадян України ці сили виставили на міжнародний осуд, як фашистів, які рвуться до влади. Тоді провокація не спрацювала. Майдан переміг, хоча багато з дезорієнтованих людей не змогли піднятися над своїми стереотипами та проголосувати за представника єдиної опозиції. Сьогодні ситуація дуже схожа на 2004 рік, бо проти Євромайдану, проти об'єднаної опозиції, проти нас з вами знову використовують ті ж самі пропагандистські штампи. Нас намагаються посварити, протиставити один одному і зіткнути в штучному конфлікті національні меншини з українцями. Але за ці роки, за короткий час, Україна та її громадяни стали іншими. Майдан змінився і не лише за рахунок барикад, а більше завдяки людям, які на ньому відстоюють свою гідність. Вони вже не такі наївні, як були тоді. Ми вже не ідеалізуємо наших опозиційних лідерів. Ми з ними співпрацюємо, усвідомлюючимо, що вони далеко не месії, а такі самі прості люди, як і ми з вами. Ми не очаровані ними, отож не будемо розчарованими. Я знову повернувся на Майдан та знову мрію звернутися до вас, до Майдану, до України від імені національних меншин з констатацією спільності у прагненнях, але відчуття реальності мене зупиняє. І тому я знову зараз звернусь до них, до мільйонів громадян нашої країни, до представників національної меншини. Я мрію про той час, коли зможу звернутися до них українською мовою, але ще зарано. Бо за 22 роки української незалежності не всі з нас, представників національних меншин, оволоділи мовою народу, серед якого ми досить непогано давно проживаємо. Я поки звернуся до них російською мовою і маю надію дожити до часів, коли з ними усіма можна буде розмовляти єдиною державною мовою – українською. Уважаемые сограждане, представители национальных меньшинств Украины, я один из вас, представители различных этносов и народов, волею судьбы и истории оказавшихся в Украине. Нас отличает украинцев не только этническое происхождение, раса и религия, не только обычаи и традиции, но и то важное обстоятельство, что, проживая в Украине, мы в то же время живем и в своих диаспорах. Как бы давно части наших народов не поселились в Украине, у большинства из нас всегда остается выбор. Мы можем уехать на свою историческую родину или остаться в Украине и разделить судьбу ее народа. И каким бы ни был наш выбор, мы должны всегда помнить, что украинский народ лишен такого выбора. Он живет в своей стране, и иной родины у него нет и быть не может. Мы оказались на территории восточных империй, российской, австро-венгерской, османской, и для того, чтобы выжить в этих империях, выработали своеобразную форму своей идентичности, сохранив во многом ее содержание, религию и обычаи. Характерной чертой данной формы идентичности было безусловное ориентирование на имперскую власть, на митрополию, на императора, царя, султана, генерального секретаря, президента. По проверенному столетиями правилу, следуя инстинкту самосохранения общины в диаспоре, мы полагались на власть в самом главном. Только имперская власть могла дать или отобрать наши права, а также защитить от неприятностей и даже трагедий в нашей общей истории. Мы стремились к стабильности, потому что в империях только в условиях стабильности, только под защитой имперской власти национальные меньшинства могут спокойно и свободно развивать свою культуру, свои традиции, преемственность поколений, то есть продолжать себя в будущее. Всегда ли это правильно? Ведь народы, среди которых мы проживаем, не всегда проживают период стабильного развития. Иногда наступает время перемен, когда народы поднимаются на борьбу за свою национальную независимость, за свои социальные и демократические права. Продолжая ориентироваться на власть, мы, национальные меньшинства, невольно входим в противоречие, а иногда и в конфликт с народом, который живет в своей стране и мечтает о лучшем будущем для нее. Инстинкт самосохранения подталкивает нас к власти. Чувство справедливости и сопереживания часто приводят некоторых из нас, и особенно наших детей, в лагерь союзников с борющимся народом. Так было много раз в нашей истории, в Западной Европе, в Польше, в странах Балтии, Южного Кавказа и, конечно же, в Украине. Такое время перемен сейчас в Украине, и мы вновь, как много раз было в нашей истории, стоим перед нелегким выбором. С кем мы? С народом или с авторитарной властью? С честными гражданами или с воровством и коррупцией? Следуем инстинктам или своим чувствам?
Хотим ли мы вернуться в наше евразийское прошлое или устремиться в европейское будущее? Состояние, в котором живут сегодня страны Европы, расположенные рядом с нами. Власть, зная о наших слабостях, о нашей извечной проблеме выбора, опять пытается нас привлечь на свою сторону, запугать националистами и фашистами, разделить и столкнуть нас с украинским народом, который все увереннее выбирает свое европейское будущее. Власть, используя различные ухищрения и провокации, пытается нас всех затормозить в евразийском прошлом. Она пытается развратить наших детей, маня их своей коррумпированной кормушкой, соблазняя возможностями незаконного обогащения. Украинцы очень спокойные и благожелательные люди, особенно во время перемен, во времена Майдана. Провокация может быть организована и спровоцирована где и кем угодно. Главное, чтобы провокации не превратились в цепную реакцию. И опыт 3 недель Майдана подтверждает, что большинство провокаций активисты Майдана гасят сами. Не пора ли пора нам, национальным меньшинствам, разорвать этот порочный круг выбора и присоединиться к тем, кто стоит на многочисленных евромайданах Украины? Ведь перед нами стоит не политический выбор, за какую партию или за какого кандидата проголосовать на выборах. Сейчас мы оказались перед выбором между достоинством и приспособлением, между свободой и рабством, между прошлым и будущим. Мужчины и женщины, независимо от расы, национальности, религии, всегда хотят только одного – здоровья и счастья своим детям, чтобы дети росли честными и справедливыми людьми, образованными и с чувством собственного достоинства. Пусть каждый из нас спросит у самого себя, можем ли мы этого достичь при такой власти. И не пришла ли пора нам вместе законным образом поменять эту власть на ту, которая вместе с нами приведет Украину в европейское будущее. Давайте же вместе повторим замечательный лозунг нашего общего прошлого «За нашу и вашу свободу». Слава Украине! Дякуємо, шановні друзі, запрошуємо до слова Сергія Рахманіна, відомого журналіста. Брати і сестри, я думаю, що маю повне право називати вас саме так, тому що останні кілька тижнів зробили нас братами і сестрами. Нас зробив рідними цей Майдан, місце, де твориться справжня історія України. В історії України не тільки новітній, було чимало різних сторінок. Були прикрі поразки і яскраві перемоги. Були надії розчарування. Але, певно, я не помилюся, коли скажу, що це найбільша битва за людську гідність в історії України. І цю битву ми не можемо програти, ми її виграємо. Сьогодні багато хто з представників влади розказує, чим саме і чому.